Кибер-Людмурик против Киберсук. О, я такое люблю, когда кибер. Когда Людмурик и кибер. Мое любимое. У них там вообще с технологиями беда. Да, да, да. Если это про технологии. Ну, посмотрим сейчас. Готово? Да. Нажимаю? Да. Уверена? Да. Хочешь погрузиться в этот замечательный мир? Я уже в нем. Там друзья. Друзья. Ну что она не запускается? А что это такое я вижу? Старт стрим нажимает. Это реально он нажимает? Да нет, это Никита сделал. Не, просто ты сказала, из-за этого я наш засомневался. А, нет, нет. Никита хорошо сделал, я поверил. У меня просто Windows еще такой был. Что она не запускается? Блять, картинки на фон, папка инцест вон. А, да, да, да. OBS Studios, картинки, да. Нет, данное видео носит исключительно развлекательный характер, материал не несет пропаганды. Ошибка, Ника, нажми любимую кнопку. Блин, прикольно это сделал, дисклеймер. Да. Марко! Game Bars представляет. Так, что? Ясно, кем вдохновился. Все, мы в эфире. Наконец-то, друзья. Всех приветствую, уважаемые зрители. Дорогие друзья, вот, в общем, как обещал вот Людочке я мороженое, да, вот, купил Людочке мороженое, покажет, да, вот, мороженки, вот, нихуя себе, сколько мороженок, это моя самая любимая мороженка, а вот это вот фигня, да, ну, фигня, не фигня, а вот это вот мороженое, это вообще вкуснятина, вон, смородина, ну-ка, туберкулез! Туберкулез! А чё, при чём тут туберкулез? Она постоянно кашляет. А-а-а. Так что это, ну, сейчас отошла. А было плохо. Нихуя себе, она целое ведро мороженого хавает. Я так тоже делал. Столько калорий. Я делал так. Так кайф. Так кайф? Так вообще кайфово, блин. Как в американском кино. Вау. Привет, Людочка и Андрей. Я новый модератор. Меня зовут Дарья. Очень рада вас видеть. Людочка, вам очень идет этот парик, тучу не ты. Да, хороший, да? Да. Как будто, не знаю, не жена Трампа, вот как будто она сейчас. Да, она прям такая серьезное лицо у нее такое. Да, ну Трампу подходит она. У них вайб вот сейчас схожий. Алла Пугачева у нас новый модератор. Ее зовут Дарья. Спасибо, Дарья. Я с тобой познакомился. Столько Дарьев развелось. Столько Дарьев развелось, да. Куда я попал? Одни Дарьи. Одни Дарьи, блин. Здравствуй, Людмила. Я выслал вам СМС и вычислил нового модератора. Алла Пугачеву. Да. Москва. 14.882.88.228.228. Дарья Гаревна Горохова. Да. Вспомните. Да, 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 да. Вычислил. Да. Я присылал вам по одной копейке и сделалась точка. Присмотритесь к Филиппу Киркорову. Это очередная копия, я не гей. Да, да, потому что... Да? Да. Дарьи все такие. Ваш воздыхатель. Да. Да. Дарьи все такие. Доброжелатель нашел спамеров. Их IP. Внимание, розыск. Интернет, спамеры, чата Гобзавр. Приметы. Пишут в чате Гобзавр на сайте Утуб. Пишут пакости и спам рекламируют суицид. Место проживания неизвестно. 89-175. Это она IP-адрес хейтеров. Это IP-адрес, да, да, да. О, реально она на другой уровень вышла. Да, она теперь угрожает IP-адресами. Кибер-Людмурик. Да, реально Кибер-Людмурик, блин. Хороша, да? Да. Да. Да? Да, да. Хочу знать, чтобы все послушали. Вот это я хочу правду. Люда, это IP-адрес. Тихо, тихо, тихо. Дай мне, чтобы все слышали. Это у меня и потом для полиции оставится. Пусть это все правда. Нет, сейчас. Я, чтобы все слышали, чтобы это было на стриме, чтобы все это доброжелатель нашел спамеру. Их оп. IP. Оп. Блядь, не дают это... Загнися, блядь, этот мишка кисака, блядь. Загнися. Загнися, блин. Как свинья. Это больно шуху. Ну да, кричит, кричит. Бля, посмотри на себя, покажи дорогу, блядь. Сам свинья, блядь. Еще, блядь, хрюкает. Очень красивая. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мы уже все поняли, какой ты свинья. Все, до свидания. Да ха-ха-ха-ха. До свидания. Не, ну она, кстати, молодец. Че? Ну она так орет и все делает. Я ничего не услышал, что Миша Киска сказал. Да. Все внимание на ней. А видишь, специально выведен донат нам, да, чтобы читать. Да, да. Их IP. 89, 175, 148, 148. Нихуя себе, Дарья, конечно.
145-58-200. Может, тут какая-то рофла везде, нет? 28. Адрес Москва. Дарья Игоревна Задруцкая. Еще фамилия-то, блядь, как Задрачинская. Задруцкая. Ирина Прокладка. Че? Это ее ник на ютубе. 85-334-14-88. А, вот, да. Пиздежные патрицы у нее. Так да, конечно. Ну да, не, ну я не знаю, мало ли что там, кто это ей скидывает. Да ну ты что, просто скидывают ей. У нее же есть друзья. Да ну, ей там в прошлом 228 было и огромный IP-адрес. Тоже не понял? Нет, ну понял, но я думаю, может побольше цифр будет в нем. Да ну нахуй. 228 я просто везде встречаю уже по жизни. Адрес Москва. Татьяна Громова, Яна Хуяна. Так что мы все знаем. Так. 186, 163, 13, 8. Видишь, как правдоподобно начиналось, да, по IP-адресу. 78. Зарегистрированный компьютер. Имя компьютера — кошка МРР. Зарегистрирован на пользователе Ирина Прокладка и Яна Подмышка. Так что я сохраню это. Людмила Мизулина, реально. Блин, ей надо с Мизулиной объединиться. Да, да, да. Прикинь контент. Все это сохранится, все это. Так что не переживайте. Имейте в виду, чтоб и записи будут, так что это все. Люда, все, ты полиции готова уже. Угу. Да, подачи. Сейчас посмотрим, как Яна Прокладка будет тут, и все, это тихо, вот тихо, все тихо. Тут это, блядь. Яна Хуяна, сейчас все, будем посмотреть. Мам, все, давай сегодня у нас добрый стрим. Давай забудем про все это, ну, нехорошее. Она говно делает, а мы забудем, мам, да? Нет, ладно. Нет, ну, ладно. Нет, все, мам, не надо. Все, блядь, монтаж жесткий, да? Да, да. Вот. Привет, Андрей, схитрил с воскресенья на понедельник, нажрался фанфурика фанфисет. Смейся, сука. Город Москва, улица Пушкина, дом 228, около архитектурного строения Колотушкина. Удачного стрима. Колотушки. Будут опить котят и стать со всякими мужиками при сыне, мне очень интересно. Да, лишь бы подержаться за девчонок. Да, все лишь бы подержаться. Все формы обсуждают у девчонок всегда. Да, да. Не за что подержаться. Для уй-уя. Не для уй-уя, а для... Я блокирую установку. Ей, блядь, тварь, сиськи отвалились, падла. Кому, мне? Не знаю, Аня, я защищу за на всякий зачесались случай. Зачесались эти титьки, блядь, чтобы она... Чтобы зачесались титьки. Сходила. Нам помогает, Аня, ничего не чешется? Нет, ничего надо не чешется. Надо зеленкой помазать. Прыщ зеленкой надо помазать. Ща, разъебу ее. Блять, сильна! Да! Держись, Артём! Долгая! Держись, Артём! Сильна, блять! Держись! Ща я её нахуй! Давай! Чё так долго-то, блять? Не удерживаю! Давай, всё, козлы! Да! Фу! Фух! О, это было титька очень... Титька не зачесалась, значит, мне защитил плохо, меня. Мне плохо, глаза заслезились почти. Защитил меня. Не чешется? Нет. Фу, блядь. Фух, спасибо, Артём. Шесть, Люда, хочешь на собаку кушать? Давай, буду. Ну давай съешь вот одну, съешь. Что это? Что это у нее? Ужасы. Ужасы начинаются. Не, нормально, все хорошо. Да не обижайся ты. Что он сказал? Да вон у нее что-то в тарелке там какие-то... А он что-то... Котлетосики. Это котлетки? Котлетосики. Ну честно скажу, я на пару там готовил недавно. Так, примерно так же. Да. Пойдет, блядь. Шесть. Люда, будешь эту собаку кушать? Буду. Ну давай съешь вот одну, съешь. Ам-ням-ням-ням. Ужасы начинаются, друзья. Не, нормально, все хорошо. Да камни. Не обижайся. Ты. Обидел. Горелые камушки пишут. Тефтельки, это тефтельки, да? Тефтельки. Тефтельки. Я не буду их. Все хорошо. Да ладно, ради мамы, блин. Я вот а все, вот там ем, называется даже «Королеву обосрали» вебом. А, нихуя, да. Королева, да. Мандавошка, блядь, у, да, Гобзавра. Да, у Гобзавра. Окошко называется. Вот тефтельки. Мандавошка из окошка! Ты бы попробовала? Нет. А что думаешь, хуже? На трассах есть беляш или ее тефтелька? Ее тефтелька. Думаешь, у нее так настолько хуже? Я думаю, да. Я бы попробовал.
удачи. Ну, мне не подвернется такой шанс. Друзья, если вы не кушаете, покушайте. Приятного вам еда, как котлетки, да? Он не может сгладить угол никак. Он все пытается. Да, да, Людмила все грустнее. Угол не сглаживается. Это как котлетки. Все. Почему на надо мной издеваешься? Да я над тобой не издеваюсь. Татьяна Громова, Яна Хуяна. Все слышали? У Яны Татьяна Громова 175, 334, 1488. Айфи! Так что это все знаете, блядь. Это все в полицию все это будет, все, блядь. Куда они? Пусть ГОПС откроется. А я не буду я никакие не ссылки открывать. 100 рублей ссылка стоит, удалена. Чтобы я по ссылке прошел. Андрей, можно посмотреть? Не-не-не. А что ты боишься? Давай посмотрим. Я не буду, а если там компьютерный вирус? А если там вирус компьютер? Это компьютерный вирус! А если там компьютерный вирус? Когда вот я на длинном стриме дальнобойщики Аня мне устанавливала, я так же орал: Аня, да на этом сайте не может быть дальнобойщика, это компьютерный вирус, блядь. Аня все равно установила, и это был компьютерный вирус. И пизда! 4 часа, блядь, переустанавливали на стриме комп. Чтобы нам стрим положили! Ссылки левые открывай! Ты чё, с ума сошла? Ты не знаешь это! Но мы настолько мощные, что мы прям на стриме, учитывая, что не было стрим ПК, нихуя. Мы на стриме все переустановили как-то? Да. Как мы это сделали? Не знаю. Но мы, блядь, нахуй сила, мы пиздец, да. Там выкрутились. Компьютерный вирус стрим сейчас закроет нам и все. Да, вдруг да. Вдруг там компьютерный вирус? Ля, какая головка. Там не вирус, а вся правда про всех. Действительно, Филипп Киркоров, действительно. Я тоже согласна, что там про кошку вот это. Вот это. Не надо мне в ухо орать. А он же мне не покажет потом. Он мне не покажет, что там. Ну давай, ну хватит, ну все, остановись. Ну хватит, поговаривают, ну все. Люди пизда размером с канализационной лифт. Ой-ой. Да, да. Как ты догадался? А у тебя хуй, это, знаешь, с крышу. О, ну это хорошо. Подходит для нее как раз. Да. Вот крыша такая, и вот у тебя там хуй, да. И мы все тоже поверим. Крыша хуй? Крыша, короче, такая. Короче, крыша, и там у тебя хуй. Интересно сказано. Вот, в общем, давайте, друзья, через 10 минут стрим продолжится, будем ставить ваши музыкальные клипы. Ну все, друзья, технический перерыв на 15 технический минут, перерыв, а это все. Да. Эх, техническое. Техническое все, прощание. Технический перерыв, да. Да. Не, ну интересные вот такие вот, блин, легенькие нарезки. Ого, там красота, смотри, что какая. Что это за Людмурик? Что это за Людмурик? Это Никита, наверное. Это Никита? Нет, это Людмурик. Это Людмурик? Да. Ну дает.